Вы знаете, как чистят в ресторанах чеснок? Его чистят совершенно по-разному. Кто-то берет, как вы уже видели, и делаю я иногда, кладет плоскостью ножа, бах, все очистили. Есть такой вариант. Но это когда у вас там 1-2, ну максимум 5 зубчиков чеснока. Кто-то берет маленький ножичек, начинает чистить вот так вот хрясь и начинает его шелушить. Если у вас, например, там 10 зубчиков, то это будет гораздо дольше. А есть еще, повара издеваются друг над другом, люди чистят пальцами, ногти обдирают, маленькие поварята приходят. Но это когда, я называю это, дедовщина и скотовщина. Почему тебе, как старшему брату, не показать юноше, чтобы у него пальцы были целые, как чистят чеснок? Чеснок чистят вот как, дорогие друзья. И вам, повара, я говорю, не издевайтесь над молодыми, блин, просто покажите один раз, чтобы люди научились. У меня головка была разобрана. Чаще всего просто берется головка, если у нее вот этот вот штырь, который выходит, если он не слишком сушеный, то его обычно так вот нажимают, знаете, она расходится в разные стороны, потом обдирают желуху и отправляют в кастрюльку. В кастрюльку, обычную кастрюлю металлическую, ничего лишнего. Но нам понадобится крышка. Короче, туда ссыпаете. Если чеснок молодой и шелуха у него не высохшая, этот рецепт не работает. Этот способ не работает, потому что ее невозможно будет отделить. Чеснок должен быть именно с подсохшей вот шелухой. Да. Трясем. Потом выбираем оттуда очищенные зубчики. В общем, это самый простой способ, если вам нужно одновременно почистить пару головок чеснока. Берете кастрюльку и делаете то, что я вам показал. Получаете чистый чеснок.